Здравствуй, дорогой друг. Ты, наверное, уже заждался, но мы собрались силами и решили продолжить серию по росписи данной прекрасной миниатюрки. Ранее нами была проведена работа по росписи автомата, но, к сожалению, материал был утерян, и в этом выпуске мы все-таки сделаем это. Итак, начинаем. Ну а перед тем, как начать, друзья, не забывайте подписаться, нажать на колокольчик для получения уведомлений и найти интересные ссылочки в описании под данным выпуском. Для того, чтобы окрасить оружие в технике не металлический металлик, мы будем красить и использовать будем три красочки. Черный базовый будет цвет, основной цвет, и белый для высветления. Представим, что автомат у нас не имеет базового цвета. Покрываем автомат базовым цветом, в данном случае черным. Деталечка у нас покрыта базовым цветом, оставляем ее на просушку. В черный базовый цвет добавим немножко цвет, называемый Dark Sea Blue от Vallejo номер 48. Написан он вот здесь. И будем тонировать. Берем немного краски на палитру, впоследствии отсюда их будем смешивать. Берем небольшое количество краски и подмешиваем в черный. Делаем такой слегка осветленный черный. Не забываем добавлять необходимое количество воды в краску, чтобы она у нас быстро не высыхала, чтобы была возможность делать мазок. Краска должна быть размешана так, чтобы она практически с первого раза могла укрыть поверхность. И наносим на все детали автомата. Но не закрываем все детали полностью. Оставляем между ними чисто черный цвет. Добавляем снова цвет Dark Sea Blue, уже можно чуть-чуть побольше, но не сильно, чтобы он заглушал черный. Каждый оттенок или слой новый, ну, примерно должен быть размешан 50 на 50 пропорции, да, то есть пополам. Итак, мы нанесли два оттенка и переходим к чистому вот этому цвету. Наносим точно так же на все детали, но полностью не перекрываем предыдущие оттенки.
Так выглядит автомат с тремя нанесенными оттенками черного или темного цвета. Далее в последний наш цвет, называемый Dark Sea Blue, постепенно добавляем белый. Далее нарисуем свет и блики. Для большей читабельности на таком маленьком масштабе некоторые детали стоит сделать более светлые или яркие, выделив их полностью. Мы нанесли уже осветленный цвет, то есть, ну, наверное, сам свет, да? И теперь это выглядит вот так. Далее будем все сильнее высветлять белым. Снова добавляем в тот же замес небольшое количество белого. Но не резко и не много, чтобы не получился резкий перепад. Также контролировать степень насыщенности краски можно водой, разбавляя чуть жиры и покрывая детали несколько раз. То есть своего рода лессировочка получается. Снова добавляем белой кваски. Снова добавляем белую краску и осветляем еще сильнее. Это у нас будет предпоследний освещенный цвет, яркий. После этого будем наносить чисто белым блики. Watching you.
сделаем блики. Роспись автомата завершена. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если вы знаете более удобную технику для росписи таких деталей, напишите в комментарии. Не забудьте подписаться на наш канал, нажать на кнопочку уведомлений, подписаться на наши дополнительные ресурсы по ссылкам в описании. До новых встреч, друзья! Мы нанесли три оттенка черного. Три оттенка черного.